Действительно, развитие животноводства сейчас стоит одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства. Я об этом неоднократно говорил. И все преференции мы будем создавать тем, особенно молодым людям, которые готовы заниматься животноводством, в том числе перераспределяя земли, в том числе обеспечивая федеральными, республиканскими грантами. Мы в первую очередь будем делать для тех, кто будет заниматься животноводством и развитием животноводческой отрасли. То, что касается конкурса, то действительно я и сейчас обращаюсь ко всем тем людям, которые чувствуют в себе уверенность возглавить Министерство сельского хозяйства как один из ведущих направлений экономики республики. Буду рад, если будут подавать свои документы, а об условиях в ближайшее время, условия разрабатываются, в ближайшее время будет объявлено. Условия одни. Вы сами занимались аграрным производством, работали на практике. Сейчас, как вы сказали, в Министерстве сельского хозяйства. Я скажу по-простому. Чтобы человек мог отличать корову от быка, пшеницу от кукурузы, попросту говоря. В общем-то, человека, сельскохозяйственника, и тем более им обладающего управленческими навыками. Спасибо.